Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Знакомые слова из песни. Так вот, сегодня дождик проливной не помешал всем легкоатлетам Соликамска собраться здесь, на стадионе за физкультурно-оздоровительным центром. Здесь проходят забеги на короткие дистанции в рамках общегородского чемпионата по легкой атлетике. От имени администрации вам хочу пожелать, прежде всего, успехов, честной борьбы, ну и, конечно, здоровья. Я думаю, все остальное вы добьетесь сами. Сегодня спортсменов ждали забеги на 100, 400 и 800 метров. Заявленных участников разделили на 5 возрастных групп, и первыми стартовали самые юные. А их наставники и родители были совсем рядом и поддерживали как могли. Золотыми кубками и олимпийскими медалями никого не награждали, зато сладкие призы от партнера и спонсора соревнований компании «Уралкалий» достались всем финишерам. Поддержка спорта, в том числе и детского, это перспективное направление социальной политики компании «Уралкалий». Это инвестиции в наше доброе, светлое будущее. Очень важно, чтобы дети занимались спортом, росли сильными, крепкими, здоровыми. Победители забегов были определены на всех дистанциях и во всех возрастных категориях. Отметим, что участники не подстраивались под погодные условия и выкладывались на все 100. Многие показали отличные результаты. А еще соревнования подтвердили, что легкая атлетика едва ли не самый популярный вид спорта у соликамцев. Поздравляем победителей и желаем всем спортсменам новых рекордов. Но впереди еще одно важное благотворительное спортивное событие. Оно пройдет 9 июля. Пользуясь случаем, хотел бы сказать слова благодарности участникам сегодняшнего забега и пригласить на еще одно доброе и замечательное спортивное мероприятие – благотворительный забег по пути доброты в помощь детям общественной организации инвалидов «Луч», который будет проходить при поддержке компании «Уралкалий» 9 июля на стадионе ФОЦ. В этом мероприятии примут участие не только калийщики, но и все неравнодушные к проблемам особых детей. Заслуженный легкоатлет Соликамск Леонид Богданов будет консультировать и помогать всем желающим в подготовке к забегу «Беги добро». И сам побегу, да. Ну, здесь будет несколько дистанций, поэтому вначале пробежим с семьей, а потом я уже, наверное, один или с женой сбегаю 2,5 километра вокруг листовки. Расписание открытых бесплатных тренировок для взрослых и детей вы видите на своих экранах. Принять участие в благотворительном забеге сможет каждый желающий. Ждем вас 9 июля в 9:30 на стадионе возле физкультурно-оздоровительного центра на Клестовке. Антон Старостин, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль ТВ».